Здравствуйте, дорогие девушки и женщины! Я рада вас приветствовать на моем канале Оксвитерок. И сегодня, как мы договаривались, будем с вами вязать изнаночную гладь. Для этого берем нитки и спицы и начинаем нашу работу. Итак, изнаночная гладь. Берем ниточку, спицы, набираем петли для нашего изнаночного вязания. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну вот мы набрали 17 петель, как для образца. Достаем и приступаем вязать. Значит так, изнаночная гладь — это на изнаночной стороне у нас будут лицевые петли, на лицевой стороне у нас будут изнаночные петли. Значит, мы берем, снимаем первую петельку и провязываем первую петлю. Можно вязать по-разному. Хотите, опускайте за заднюю стенку спицу, вводим в заднюю стенку петли и поднимаем, вытаскиваем петельку. Вот таким образом. Кто-то вяжет, перекручивая это вот так. Кому как удобно. Петелечки получаются просто разные. Эти немножечко скрученные, это будет ровно. Мы будем вязать так. Первый ряд. Итак, петельку вводим в спицу, в петлю. Спицу вводим в петлю. Захватываем петлю с клубочка и вытаскиваем. Дальше вводим спицу в петлю за заднюю стеночку. Поднимаем нашу ниточку. Вот получается петелька. И таким образом до конца ряда мы вяжем. Вводим спицу, поднимаем ниточку. И так у нас до конца ряда. То есть на изнаночной стороне у нас получаются лицевые петли. Последняя петля, мы ее провязываем изнаночная. Вот там, где у нас зубчики по изнанке, у нас получились петельки. А с лицевой стороны, где у нас косичка, у нас получились зубчики. Это наша изнаночная гладь. Вяжем второй ряд. Итак, лицевая сторона, все петли вяжем изнаночные. Здесь мы вяжем за переднюю стеночку. Вытаскиваем ниточку. Вот таким образом у нас получается второй ряд. Вводим петлю, спицу в петлю за переднюю стеночку. Достаем рабочую нить. И вот у нас получается петелька. Вот таким образом. И так вяжем до конца ряда. Крайняя кромочная петля, мы провязываем ее лицевой. Переворачиваем нашу работу на изнаночную сторону. Здесь получаются все лицевые петли. Снимаем петлю и здесь вяжем все лицевые. За заднюю стенку лицевой, как мы вязали на предыдущем уроке наше лицевое вязание. Только здесь лицевая гладь получается на изнаночной стороне. Вот таким образом. Сейчас мы с вами немножечко провяжем, чтобы было лучше видно наш рисунок. За переднюю стенку берем, вводим спицу и поднимаем нашу ниточку. Вот таким образом. Нитку старайтесь держать, чтобы натяжение петли нитки было всегда одинаковое. Будете держать хорошо ниточку, и все петелечки будут одинаковые.
Если держать слабо, петлю можно достать. Если держать туго, петлю можно еле вытащить. То есть старайтесь всю ниточку всегда держать с одним натяжением. Вот таким образом. Все очень просто и легко. Вот у нас с вами получилась изнаночная гладь. Красивый зубчик к зубчику. Ну а с изнаночной стороны у нас, естественно, получается лицевая гладь. Итак, на нашем занятии мы сегодня научились вязать изнаночную гладь. Все очень просто. Лицевые, изнаночный набор петель. И на следующем занятии мы с вами попробуем вязать платочную вязку. Это необходимо нам будет для дальнейшего вязания. И основные лицевые и изнаночные петли, которые самые главные петли, которые нужны в нашем вязании. Научимся вязать их, и дальше все у нас получится, и свитера, и платья, и шапки. До скорых встреч! Хорошо, вяжу. Тём-тём, пока. Вот это можно сказать? В конце тём-тём, пока. Можно я так скажу?